Игорь Стрижниченко за решеткой уже 2 года. Столько же ему осталось до окончания срока. Рассказывает, как только попал на территорию с колючей оградой, ему предложили освоить кулинарное мастерство. Осужденный делится, жизнь стала меняться, когда он надел кулинарное одеяние и взял половник в руки. У меня как-то не сложилось с образованием, с учебой. И тут появилась возможность получить профессию, какой-то навык, ремесло, можно сказать. Думаю, в дальнейшем тоже быть поваром. В колонии Игорь полгода проучился на курсах, лекции по кулинарному искусству слушал раз в неделю. Затем стал помощником повара колонии. Теперь надеется, что будет готовить самостоятельно. Сегодня готовит свои любимые блюда. Сегодня у меня чисто украинская кухня, борщ, картошка с салом, котлеты и винегрет. В кулинарной битве соревнуются 3 осужденных. Утром взрослые ученики сдавали теорию, как в школе писали экзамен. Теперь практика. На кухонном поле боя осужденные готовят блюда на свой вкус. Главное условие – использовать только те продукты, из которых в колонии обеды каждый день. Было, конечно, волнение у них, как у любое мероприятие, которое ответственное оказывается, без волнения не обходится. Ожидаем от наших поваров лучшего приготовления пищи не только в этом конкурсе, но и для всех осужденных. Оценивает, кто сильнее на кухонном поле боя, 3 судей – опытные повара и пенитенциарии. В первую очередь оцениваются теоретические знания по приготовлению пищи, также тепловой обработки питания и непосредственно сервировки столов и сервировки подачи блюда. Солянка приготовлена не хуже, а в некоторых даже вот по вкусовых показателях, на мой взгляд, лучше, чем в гражданском учреждении. Кулинары продолжат оттачивать навыки на этой кухне. Ежедневно будут готовить обеды на 1500 осужденных. После освобождения уже с набитой рукой смогут продолжить обучение в специальных учебных заведениях. Спасибо большое. Поздравляю. Удачи. Удачи, не останется достигнутым. Марина Ступак, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».